Сейчас будут украшать детский праздничный торт. И нас попросили не беспокоить, но мы немножко поподсматриваем. Девочки уже приготовили фрукты, красиво нарезали бананы в виде цветочков, разделили мандаринки. Готова уже пропитка. И намололи арахиса. Пропитка сделана из сметаны, сахара, цедры лимона и сока лимона. Сейчас девочки делают крем, которым сверху будут украшать торт, из сливок и сахара. Ну, для этого нужен миксер. Сейчас очень важный процесс. Разрезают коржи, чтобы их пропитать. Их нужно обязательно разрезать хоть аккуратно и ровно. Анжела, расскажи, пожалуйста, из чего сделаны эти коржи? Коржи делаются у нас без яиц, потому что мы за здоровый образ жизни. Делаем, у нас в состав входит молоко, сливочное масло, мука, соль, сахар и сода. Здесь рассказали один секрет. Чтобы было вкусно, нужно обязательно все мешать по часовой стрелке. Сейчас начинается самое интересное. Выкладываются коржи. Будут пропитываться, украшаться. И как раз пришел пианист, и все это будет происходить под красивую музыку. Коржи промазали пропиткой и накладывают следующий слой. Сверху тоже пропитываем сметанным кремом. Пересыпается слоем арахиса. Арахисом заделываем всякие маленькие погрешности и неровности. Наводим красоту. Уже приступили к украшению из сливок, крем из сливок, украшаем бортики. Сейчас выкладываются банановые цветочки. Сейчас мы увидим таинство превращения крема в солнышко. На каждый банановый цветочек выкладывается ягодка калинки. А банановые цветы будут расти на мандариновом поле. Thank you.
мы готовили торт, мы старались в него внести любовь, радость, солнечность, дружбу. И хотим, чтобы дети, вкушая этот торт, вот наполнились этой любовью, которую мы внесли, вот этим солнечным настроением, праздником, чувством радости и любви друг к другу. Спасибо большое.